Павел Князев – управляющий бригады номер 3 товарищества Алтынсарина Камыстинского района. В его подчинении 43 человека, и все работают ударно, уверяет руководитель. Мы со своей задачей справились. Мы кормовые убрали, силос убрали, сенаж убрали, зерновые убрали, ячмень убрали. У нас осталось, вот сейчас там оставили маленько на кормежку чисто. Своей командой Павел гордится. Признался, что работники трудятся, не покладая рук, и своего начальника не подводят. Мужики стараются, работают. Новенькие, правда, не держатся. Не могут работать, как наши. А так... Я мужикам могу сказать большое-большое спасибо за их работу. А вот 6-й бригаде товарищества Алтынсарина еще предстоит уборка 5000 гектаров. Управляющий надеется, что погода в ближайшие дни будет благоприятной, и тогда в течение 8 дней они смогут закончить работу на своей территории. Ну, это поле на данный момент, которое мы убираем, здесь 15 центнеров урожайности. Ну, у меня 11 комбайнов, все комбайны широкозахватные, 11 12-метровые жатки. Один из комбайнеров, на вывозке у меня 6 кировцев, 2 МТЗ возят. Ну, сейчас плечо небольшое, успеваем. В товариществе Алтынсарина работают люди с большой буквы. К примеру, в прошлом году управляющий бригады номер 2 был удостоен ордена трудовой славы 3-й степени. Очень было приятно, что так руководитель ТО Борис Павлович Князев оценил мой труд. Я как уже 7-й год управляющий, прошлый год я 6 лет был. За 6 лет он оценил мои заслуги, мою работу, дал оценку. Большое ему спасибо, дай бог ему здоровья. Средняя урожайность по району на данный момент около 7 центнеров с гектара. В прошлом году в связи с аномальной засухой собирали намного меньше. Бригады ТО Алтынсарина – это крупные формирования, сельхозформирования, которые входят в структуру ТО. Значит, 2-я, 6-я и 3-я бригады мы посетили. Обращает внимание на себя то, что энерговооруженность, производительность труда. Во главе данных подразделений стоят опытные производственники, которые целиком полностью координируют работу. Товарищество Алтынсарина занимает примерно третью часть посевных площадей Камыстинского района. И несмотря на большие объемы работ, успешно справляется с поставленными задачами. Валерия Зиновьева, Камыстинский район, при содействии телекомпании «Акцент».